Всем привет! Наверное, у многих перед просмотром этого видео появился вопрос, что же такого не могут сыграть многие барабанщики? Ответ очень прост. Слушая музыку и смотря видео, я стал замечать, что многие барабанщики, играя свои партии, начинают выпендриваться, так сказать, хотят показать весь свой скилл, даже там, где это не нужно. Вот сейчас я сыграю одну из своих любимых песен, в которой я был поражен барабанной партией, все прописано вживую, вот, поэтому досмотрите до конца, далее я подведу итог, к чему все это было. Поехали! В чем же был мой посыл? Уважаемые товарищи барабанщики, не всегда нужно наваливать. Да, мы все это очень любим, но иногда вот такая вот партия — это все, что нужно песне. Вот.
Старайтесь слушать песню, понимать, что ей от вас нужно. Играть там, где нужно играть, не играть там, где не нужно играть. Еще Бенни Грэб говорил то, что многие барабанщики забывают про вариант игры вообще без нот. Вот, я думаю, надо вспомнить такую пословицу, поговорку, то, что простота — залог успеха, и иногда все-таки прислушиваться к ней. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите в комментарии и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. Всем пока и всем барабанов!